5 июля 2013 года. Ребята спускают воздушного змея. Ну, что это у вас? Помогайте, только веревку не трогайте. Аня, не валяйся, земля холодная. Встань давай. На тяжке всегда держи. Держи! И вы помогайте разматывать, а что стоите? Один держит натяжку, а другой разматывает. Шарик, шарик. Держи его! От деревьев отходите, от деревьев отходите. Поднимите его выше. Все, авария. Стойте за. Отпусти, Паша. Ты что делаешь? О, как взлетел-то. Здорово. Держи, держи его! Все, уронили опять. Есть, да! Отходи, сюда иди! Зацепился! Я же говорю, нет, куда залезу, никуда не залазить не надо. Зацепился. Что, оторвался? Нету? Оторвался. Старик. Подойди, Аня. Пролазь под ней. Давай, Андрей. О, пошел. Он свою территорию метит. Чтобы другие собачки тут не ходили. О, взлетел! О, о, давай, давай, давай! Там много еще нитки. Достаточно.
За языком свои следи, Паша. Все, пошел в пике. Крапиву запутался. Упала наша птица в крапиву прямо. Не-не-не, надо на открытое пространство, Нестор. Я перейду его через... Веревку-то надо достать. Куда ты потащил ты ее? Сюда. Да-да-да. Помогайте там веревочку освобождать. Крапиву давите. Крапиву у нас... Крапиву. Крапиву давите. А Шарику не больно будет, если крапива жарится? Ему больно. Ну стой, подожди, вот так, да-да-да. Ногами топчите их. У меня штаны хорошие, так что я буду. Давай вот это еще. Во, стоп! Стоп, а то у нас сейчас порвется. Ну кто там? Нестор, отходи. Давай еще мне ту. Освобождай здесь. Аккуратно только. Она перепуталась. Вот, да, держи. Иди, Василис, держи тут. Давайте. Освобождайте здесь. Она вот тут уже. Смотрите аккуратно, куда она идет. Раз. Вот так вот. Тихо. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Раз. Все. Отпускай, Василис. Подожди, тут карп. Давай еще запускай. А? Запускай, Нестор. На тяжку держать, на тяжку надо держать. Отходи от ворот. Влево. Ты где бы открытое пространство запускай всегда. Крапива вон там, это. Вика, отдерни вон с крапивы нитку. Сейчас, подожди, она отдернет. Вверх подними ее. Вверх подними. Давай, еще больше. Все, давай, запускай. Запускай. Во! Там освобождать еще надо от крапивы. Вон она в крапиве опять зацепилась. Вон, быстрее поднимай ее. Вон. Все, она пошла вон дальше. Ты по нитке, смотри. Опять упадет сейчас наша птица. Угу. Ты где набрал чего? Подай. Сбилась, что ли? Да. А где ты ее набрал? Где? Где ты там такую набрал?
напиток. Это цикорий, из него готовят бескофеиновый напиток. Он высоко взлетит может, на порывах ветра. Вон они где стоят, нитку растянули. Ваня, дробот! Вон он! Сестра, ты видела, да? Сестра, смотри, как высоко. Смотрите, как высоко взлетел. Это что, видите, моя веревка? А? Дядя Володя. Это не видно. Почему она просто далеко? Вот она, ее видно, вон, белая. Там дежурные-то вымыли посуду, нет? Дежурные посуду вымыли. Сматывай!